трамвае едет, по-моему. В трамвае? А какой город? Новосибирск. Привет, Новосибирск. Так. Зачем? Напиши, охватитель, может быть, вы хотите жить в США? Привет, дети есть? Нет. Ну, в автобусе надо девушке сказать, а может, садись. Ну, она какая-то скучная. Не хочу. Что не за работу, ну как? Мне в Мерседесе не нравится. Понятно, в США не хочет приехать, в Мерседесе не нравится. Ну, тоже как бы позиция жизненная. Ой, это что такое, это свалка? Привет, человек. Вот тупой ребенок. О, а что, такая форма в России сейчас школьная? Вернули Советский Союз, что ли? Вон тупые дети. Да вон тупые дети снимают. Посмотри канал «Как стать моделью в США» на YouTube. Видишь, она говорит, а там тупые дети. Позиру, пакет. А чё звонок так быстро? Ты такую форму вели сейчас, да, что ли? Или это отдельная какая-то гимназия? Наверное, всех по-разному. Что-то мы на детей попадаем одни. Братан, я не умею читать. Посмотри канал «Как стать моделью в США». Нет. Почему? Why not? Ой, а чего вы так много написали? Учитель, он это говорит. Это с учителем они так разговаривают? Да ты что? Трансляции. Ну, понятно. Дарья Мечеткина. Мечеткина. Ну, дети, одни дети, слушай. Почему одни дети? В школу. В школу, да? Угу. Может... Это что такое? Может, в Казахстан поедем? Давай в Казахстан. Хорошее утро у кого-то. О, повзрослей. Хорошенько. Спасибо. Я не спешу, я медленно иду. Посмотри канал «Как стать моделью США» на YouTube. Зачем? Интересно, вот они в основном говорят «зачем?» Нет, что это означает в их головах? Не хочу смотреть или... Красиво. Под ноги смотри. Смотрю. 570-й где взять. Она ни самого не читает. Чтобы был 570-й, нужно просто родиться в той семье. А что такое 570-й? Не знаю, машина, наверное. А, это кузов Мерседеса, наверное. Понятно. Ох. Она не в той семье родилась. Слушай, хоть эти, узнаем потребности молодежи казахской, российской. Давай в Алма-Ату, может. Так, где Алма-Ата? Алма-Ата, правая часть Казахстана и низ. Ну, вот туда правильно, да. Все в школе. Да. Что-то мы время выбрали не то немножко. Но возвращайся назад в... Слушай, а ну-ка, а если вернуться, знаешь, куда? Если пойти в Москву, на запад, что там в Москве? Это сейчас там какое-то там, не знаю, конкретное... Если это перед каким-нибудь важным мероприятием, то я бы не искала... А зачем мне это смотреть? Тем более в США. Ну, неинтересно, давай другое. Да, ну нестандартное. Ну давай, не, еще.
О, вот это будет интересно. Людей, не знаю. Нет, 1,5 миллиона. Да, с Дагом. Ух ты. Смотри, нет, разбить. Все не могут прочесть? А что там на этом канале-то? А, пришли. Супер настроение. Турки не понимаю. Спать пошла? О, 22 человек, неплохо, неплохо. Привет, привет. Не реагирует, давай следующих. Что-то эта трансляция у нас... Честно, не... звук у Юзета мне не нравится. Вот Джей охуенный звук. Ой, матершинник, не надо. Давай матершинник как-нибудь, я их терпеть не могу. Серьезно говорю, если я покажу сейчас, куда я еду... Вы... Ну, еще есть тут кто-то? Это самые такие темные, ближе. То есть это они всю ночь гуляли, получается, там утро? Верно. Да, там сейчас 6 утра. Это, на самом деле красивые цвета, но особенно розовый, это вообще... Зачем? Оп. Мой рост мне не позволит быть моделью. И моя вера... Зачем? Как-то... Давай следовать. Могла бы стать фотомоделью, я пишу. То есть зачем? В основном говорят, зачем, да? Эхли могла бы стать фотомоделью. Нет. Не смогу. Не смогу. Почему? Пишу, нужно верить. Фотомодель это... Это девушка, у которой рост больше тащить. Спать хочет она. Нет. Я не до модели. Я буду верить в себя. Ты второй вопрос спеши. А хотите жить в Америке? Это интересно, как будут они реагировать, понимаешь? Это... Все, я покрасила. Все, я... И ты меня засмущал. Вот. Все. Ой. Столько комплиментов. Сейчас будут звездами Ютуба. Оп. Оп. Зачем мне посмотреть этот канал? Вы мне предлагаете стать моделью? Куда мне? Я страшная. Какая я модель? А в Америку? Хотите переехать в Америку? Я страшная, не накрашенная. Напиши про Америку. Привет, да? Привет. Ну, а что ты хочешь? Ну, слушай, вы хотите переехать в Америку? У меня самооценки нет. Я хочу быть гонщицей. Ну, она уже гонщица, на самом деле. Давай. Я в Москве. Я в Нью-Йорк переезжаю в мае. А, вот видишь, вот тебе потенциальная клиентка. Ну, позвоните мне. Не поняла, гонченый, она... что гонченый. Или она, или это она в мечтах переезжает, или я не переезжаю. В смысле хочу быть конченой? Ничего не поняла. Да что ты, ну вот переезжает же. Да, она посмотрит потом это видео. Давай, это выключай, кто-то едет с утра куда-то в аэропорт. Другого, в темноте вещает. Что-то не подгружаются видео, а? Темнота. Нет, они подгружаются, просто в темноте снимают, да. Кому-то скучно. Вредная ты. Ну, какая есть, ёпта. Бупс. Твои бубсы, блядь, заебали. Женщина, да. Сейчас посмотри канал, как стать моделью. Модели на YouTube. США. Ну, зачем? Давай, зачем? Нет, у тебя мозгов. Покажи краешек бобки, и у тебя нихуя нет мозгов. А, господи, да что ж такое, что ж с интеллектом у россиян? Да, почему молодые такие? Ну зачем ругаться? Ладно, я устал уже, давай закругляться на сегодня.